Товарищество с ограниченной ответственностью «Силикат» увеличил объемы выпуска силикатного кирпича в 2,5 раза. На сегодняшний день предприятие является главным поставщиком качественного силикатного кирпича для строительства жилья и социальных объектов во всей Восточно-Казахстанской области и в особенности в Семее. Таким образом, завод стал одним из главных участников реализации комплексного плана развития города на ближайшие 5 лет, утвержденного год назад президентом Казахстана. С января текущего года новым руководителем товарищества с ограниченной ответственностью «Силикат» стал Жумабек Ибраев, имеющий богатый опыт работы в строительной сфере. Под его управлением в период пандемии предприятие не только не прервало свое производство, но и увеличило его объемы в 2,5 раза. Благодаря строгому соблюдению санитарных требований завод избежал срывов в работе коллектива. С марта по сентябрь руководство предоставило автобусы для транспортировки своих работников. Мы расширили соцпакет, который пользуются наши работники. Это простая вещь, это выдача молока, например. Мы раньше выдавали по профессиям, мы сейчас, в принципе, выдаем всем, потому что у нас такое закуленное производство, нужно выдавать всем. Значит, с сентября месяца мы ввели такое бесплатное питание. Люди наши питаются на нашем предприятии за счет работодателя. На предприятии было дополнительно создано более 100 рабочих мест. Таким образом, численность коллектива увеличилась с 260 до более 360 человек. Параллельно шло усовершенствование технического оборудования. На эти цели руководством были выделены 150 миллионов тенге. Благодаря принятым мерам значительно расширилась география поставок. Сегодня силикатный кирпич из Семеи поставляется в Алматы, Нур-Султан, Караганду, Павлодар, Экибастуз, Алматинскую область и, конечно же, на всю Восточно-Казахстанскую область. Все эти позитивные изменения принесут большую пользу для всего города, считают заводчане. Поэтому коллективом предприятия руководитель Жумабек Ибраев был выдвинут для участия в праймерис. Последние 20 лет, работая в больших трудовых коллективах, я накопил определенный опыт, который, я думаю, позволит мне использовать его, если меня изберут депутатом, для выполнение таких программ, как 2025, помогать нашим руководителям области, руководителям нашего города в осуществлении этих программ, чтобы работали наши все производства нашего города, нашей области для блага наших горожан. На сегодняшний день товарищество с ограниченной ответственностью «Силикат» готовит контракт с крупнейшей строительной компанией «BI Group», которой уже с конца сентября планируется начать поставку кирпича. Саулия Байгалиева, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».